Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас с вами распаковка посылки из интернет-магазина под названием «Беру». Просто «Беру». И все. Одно простое название, которое запомнит каждый. У нас с вами до этого были уже распаковки посылок из Озона. Но там нужно было собирать самим. То есть это довольно сложновато. Когда ты сможешь, какая там будет посылка, большая, тяжелая, там, легкая, то в магазине «Беру», доставка бесплатная. Не знаю, может, от какой-то там суммы, честно, даже не знаю. Вот. И парень принес сам, нес как пиццу, вот так вот на руке. Вот. Прям вообще просто это классно. Плюс мне дали чек, настоящий чек. В плане настоящий, то, что он вот такой вот, то есть... Ну, все видно, все напечатано. Не просто там абы какой-то, написано там от руки, где забыли поставить дату, либо подпись там, либо что-то. Хотя я расплачивалась наличкой, и он пришел прямо с аппаратом специальным, который выдает. А здесь посылка у меня на 3367 рублей. Да, здесь указано также, что я купила и сколько оно стоило. Вот. Посылка хорошо запакованная. Прям такая все четко, все тут. Я не стала при нем проверять, решила распаковать вместе с вами. Я думаю, и вам, и мне тоже это будет интересно. Да, заказала я у них, конечно же, первый раз в жизни. А на самом деле я искала акварель. И решила купить акварель сразу большую, чтобы было много цветов. И везде она стоила от 3000, а именно на этом сайте была скидка на нее. Она стоила 2800 с чем-то. И я решила взять, почему бы и нет. Ну и заодно там к этой акварельке я еще нашла кое-что. Давайте посмотрим с вами. Так. Оп. Отрывается легко. Здесь, кстати, даже написан мой адрес, фамилия, имя. Да, адрес, телефон. Вес здесь написано 3 килограмма 222, но я взвесила там 2900 вес. Не знаю, может, у меня весы стояли немножко неправильно. Вот. Ах ты, блин. Еще посередине же надо. Опа. Открываем заветную коробочку. Так. Здесь у нас, конечно, как всегда, первым делом лежит коробка, бумага. Кстати, эту бумагу я не выкидываю, я ее оставляю, и потом я запаковываю подарки разные, делаю мешочки такие вот, чтобы подарок упаковать. Короче, вот что-нибудь такое. Не выбрасываю. Блин, тут смотрите. А, шампунь. Точно, я же еще шампунь. Упакован в пищевую пленку. Представляете? То есть, если я на Озоне, помню, заказывала, было просто в каждом пакетике. Хорошо в таком запакованном пакете, то тут в пищевую пленку, блин, это классно. Это реально классно. Я, честно говоря, уже забыла, что я заказывала. Заказала здесь шампунь пивной. Просто он был недорогой. Я на зиму обычно заказываю недорогие шампуни, чтобы просто лишь бы помыть голову, как бы никуда не выхожу. Просто, чтобы голова была чиста, обычно я заказываю 100 рецептов красоты шампунем. Ну, не знаю, мне нравится. Там были только шампуни. Вот здесь у меня 500 мл шампунь. Так, давайте я сейчас распакую, вам покажу быстренько. Так, вот такой шампунь. Честно говоря, я не люблю... в таких вот коробочках. Я люблю, когда шампунь в обычной баночке. Не знаю, может быть, я потом для него баночку какую-нибудь все-таки найду. Здесь 500 мл. Он стоил где-то 83 рубля. То есть, блин, 500 мл, представляете, 500. Всего лишь 83 рубля. То есть, это дешево, это реально дешево. Вот. Мне, в принципе, 100 рецептов красоты нравится. Вот чистая линия, да, мне не очень. Какие-то волосы потом непонятно становятся. А вот этот мне нравится. Зимой я прям активно им пользуюсь. Так, здесь должно быть два. Да, вот он потолок у меня. Тоже запакованный.
Слушай, ну магазин беру прям вообще классно, молодец. Тоже пивной такой же. 500 миллилитров. Так, здесь что у меня? Также шоколадка. Я купила такую шоколадку на обзор. Сломалась. Ну вот, ее прям сбоку положили, она все-таки сломалась. Жалко. На обзор я ее купила в магазине Пятерочка. Была акция, но я почему-то не купила, не знаю почему. Ну, решила сделать обзор. Пускай будет на нее тоже. Может быть, будете смотреть. Так, сюда кладем. Чтобы вам было видно. Так. Что такое? Нифига, насколько он маленький. Ничего себе. Это, короче, шампунь 3 в 1. Густые и крепкие волосы. Не знаю почему, я думала, что у него миллилитров побольше будет. 90 миллилитров. Почему-то я думала, что 90 миллилитров это стандартная упаковка. Ну, конечно, стоил он довольно дешево. Я подумала еще, почему он так дешево стоит? Это же все-таки Пантин. Но тут, блин, прямо вообще просто. Кстати, если что, можно такое купить, например, куда-нибудь в поездку. Кстати, даже 3 в 1, это очень классно. То есть отдельно не придется нести бальзам, отдельно шампунь. То есть это все очень тяжело. А тут всего 90 миллилитров, я его обязательно попробую. Мне кажется, очень классный должен. Ну, Пантин, в принципе, классная. Кстати, на все товары я оставлю ссылочки в описании. Будут на все абсолютно. Но я в шоке, конечно, что он такой малюсенький. Я сначала думала, это какой-то кусок туалетной бумаги лежит. Так, здесь у нас тоже, кстати, упаковано даже вместе с щелками. Не знаю, короче, пузырьки, которые лопаются. Сейчас мы увидим, что у них здесь. Такая упаковка. Здесь у меня такая баночка. Это у нас... Да, все верно. Здесь у нас натуральный крем-мед с черной смородиной. Мне, короче, относительно недавно вдруг захотелось крем-мед с черной смородиной. Именно с черной. Я обожаю черную смородину. Ну, нигде нет. Вот малина, имбирь, там черника. А черной смородины нет. Ни в одном магазине нет. И тут вот как раз... подвернулась такая мысль, почему бы не купить. Сейчас я, кстати, посмотрю, сколько она стоила. Она стоила что-то там очень-очень прям дешево, недорого. Так, стоит рецепт красоты 96. Да, 96 она стоит. Так, 500 миллилитров. Шоколад стоил 73 рубля. Так, крем. А, 149. То есть, блин, в принципе, 149 это дешево. Потому что они стоят очень дорого, от 200 рублей, 250 и выше. Это дешево. Так, также я, конечно, не удержалась, купила муку ржаную, потому что почему-то в последнее время я не могу ее найти в магазинах. И плюс к этому я себе запланирую вместе с вами испечь ржаной хлебушек. По моему личному рецепту. Ну и, конечно, ржаная мука, ржаной хлебушек, она там нужна. Надо было все-таки заказать, наверное, две штуки, здесь 500 грамм. Ну, я думаю, если там доставка бесплатная, то ну, там есть продукты, блин, это здорово. Там очень много разных шоколадок, но я, не знаю, не стала брать. Не знаю, почему. Их уже у меня очень много господи, каком сайте, на канале. Поэтому, ну, не знаю, потом возьму. Потом. Вот. Ну, даже какая цифра есть? 477, он, наверное, по счету такой. Ржаной мукой пахнет. Ну, я, в принципе, такими пользовалась, мне очень нравится. Ну, даже просто ржаная мука, почему-то у нас в магазинах она исчезла. Вот одно время, я помню, не было, потом появилась, потом просто очень много ее было. И потом, наверное, после карантина она просто исчезла, ее почему-то не завозят, ее нету. Да, надо было, кстати, купить. Так, и, конечно же, самая главная покупка. Тут уже у нас пустая коробочка, вот видите. Ради которой я все это сделала. У нас акварель. Акварель, да. Она, я вам говорила, она стоила здесь 2800, а на других
сайтах она стоила 3,5 тысячи, что ли, по-моему, прям очень дешево. Блин, что-то 3,5. Я хочу эту акварель, но 3,5 я платить не хочу. Вот. Акварель «Белые ночи». Она считается очень-очень классной, самый такой первый ходовой, самый такой дорогой, самый лучший. У меня до этого моя акварелька другая, которую я рисую, она тоже «Белые ночи», она мне очень-очень нравится. Вот. И изначально, конечно, я хотела заказать в магазине онлайн трейд. Вернее, я сделала заказ. Я сделала заказ трех, что ли? Трех или три или четыре акварели разные. То есть я хотела взять «Ладога», «Белые ночи». А, да, две «Белые ночи», «Ладога» и «Сонет». Четыре штуки. А, пришла забирать и выяснилось, что в одной акварели, во-первых, они здесь вот... А, ну тут вот залеплено, прям вот видно залеплено, то есть ничего не потеряется. То есть она не вскрывалась даже. Вот тут что-то. Хотя нет, не вскрывалась. То там, конечно же, ничего этого не залеплено. И в одной коробочке оказалось, что не хватает одного кювета. Ну, маленькая такая штучка. Акварельки. Одной не хватает. Я подумала, блин, где я сейчас буду ее покупать? Я сейчас там с ребенком куда-то попрусь. Думаю, какой-то магазин ее искать, покупать. И причем не хватало желтой. То есть, если бы не хватало черной, еще как бы ладно. Ну, фиг с ней. Вот. Ну, я, конечно, отказалась, он говорит, давайте я сделаю перезаказ. Вот, пока он там сделал перезаказ, она приехала уже, я подумала, а может быть, думаю, это мне был знак, то, что Наташ, не бери, зачем тебе это надо? Какие-то там еще плюс две акварели, которые считаются не очень хорошими, ну, как бы они вроде нормальные, но по сравнению вот с этой, как бы не очень. Зачем мне они сейчас? Думаю, сделать обзор на них, думаю, а вдруг я не буду ими рисовать, а вдруг мне не понравится. Думаю, наверное, это был все-таки знак. Я решила не идти, не брать, и начала заново искать. И нашла вот, наконец-то, подешевле. И как добавок еще привезли домой. Это огромнейший просто плюс, и доставка была бесплатная. Это супер. Да, там еще, кстати, должны подвести второй заказ чуть-чуть попозже. Вернее, там одна вещь, я заказала еще одну точно такую же акварель, только 24 цвета. То есть у меня вот та 24 цвета, я заказала еще одну 24 цвета, но она получается дешевле, чем набирать отдельно. Плюс там я, по-моему, в коробочке заказала, то есть у меня будет еще одна коробочка. Это тоже классно, она, ну, понадобится, она нужна. Вот. Здесь она тоже в коробочке. А на нее, наверное, будет распаковочка отдельно. Мы с вами ее посмотрим, проверим, там все такое я, наверное, сделаю, потому что особо распаковок на них сложно найти. И, конечно, и «Сонет», и «Ладога», прежде чем их заказать. Я очень много посмотрела, толком ничего нету, все рисуют по-разному. И кажется, что эти акварели просто какие-то детские, там медовые, как будто бы и все. Вот, ну, не знаю, может быть, я их закажу, но потом, позже уже. Когда у меня ребенок пойдет в садик, когда у меня будет побольше времени, чтобы спокойно сходить, потому что это находится довольно далеко от меня. И плюс там, чтобы подняться, то есть там ступеньки. С коляской я не поднимусь, а с ребенком у меня просто он туда не дойдет. И транспорт у нас, получается, туда тоже ни один не ходит. То есть, блин, это сложно. А доставка платная. Мне платить не хочется, честно. Смысл. Мне проще закажу в другом магазине. Вот, у нас такая вот была распаковочка, такая малюсенькая, такая, смотрите, классная. Ну, конечно, вот тут я просто в шоке, что он настолько маленький. Да, кстати, сколько он у нас стоил, сейчас посмотрим. Так, Пантины, 84 рубля, да, всего 84 рубля, маленький. Его можно в поход брать там куда, на море или так далее. Маленький, хорошенький, хотя, конечно, для моих длинных волос, мне кажется, его хватит раза на два, как минимум. Потому что у меня шампунь очень быстро улетает. И, в принципе, мне это очень-очень нравится. Здесь я купила уже шампуни, но я еще буду к ним докупать бальзамы. Обычно я покупаю, знаете, как, допустим, один небольшой тюбик шампуня и два таких же бальзама. То есть бальзам у меня уходит гораздо-гораздо больше. Поэтому я буду тоже так же 100 рецептов красоты докупать. Вот, на сегодня это все. У нас с вами был такой вот обзор. Смотрите мои другие обзоры. Есть обзоры из фикс-прайса, где я точно так же все достаю, все показываю. Также смотрите другие ролики, наши влоги. У нас есть влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Также есть обзоры на другие продукты,
товары на шоколадки, вот такие вот обзоры будут. А, на этот мед, кстати, да, возможно, у него тоже будет обзор. Это интересно. И также будет интересно, конечно, людям, прежде чем покупая, конечно, хочется лично для меня посмотреть сначала обзор, вообще что-то внутри, стоит ли переплачивать деньги, а потом уже купить. В первую очередь, конечно, я это делаю не для себя, не потому что мне так хочется, а для вас, чтобы вы не переплачивали, покупали только нужное и вкусное. С вами был канал Артмания. Всем пока-пока! Так, смотрите, пришла у нас наша вторая коробочка. Она полностью упакованная. Кстати, такая очень-очень легкая. Не знаю, мне что-то даже сейчас на секунду стало казаться, что, может быть, она абсолютно пустая, потому что я ее не вскрывала, заплатила я за нее 1555 рублей. И давайте посмотрим, что же у нас там внутри. Так, кстати, да, брала ее в Беру, ее прям очень долго-долго мне везли. Так. Так, вот она, видимо, сама посылка. И плюс тут много-много бумажек опять. По-моему, кстати, эта бумага называется крафтовая. Там даже ее запаковали, как будто это, я не знаю, как будто это что-то стеклянное. Блин, такая огромная коробка. Такая большая она. Такая вот акварель. Купила ее за, да, как я говорила, 1555 рублей. А у меня такая же точно акварель, я ее рисую. Это Невская палитра. Ну, это «Белые ночи». Но их бывают разные разновидности. То есть вот она, Санкт-Петербург, Ленинград и просто «Белые ночи». Сама просто, где написано «Белые ночи», она дороже. Вот это подешевле, может быть, немножко. Я ее взяла, потому что здесь, по-моему, должна быть с этой, с коробочкой. С самой коробочкой получается дешевле. Ну что ж такое? Тоже такое. Вот так в магазине захочешь посмотреть, и нафиг всю упаковку порвешь, пока будешь ее доставать. Да, нет, надо вот с этой стороны было. Оба, наконец-то. Да. Вот. Ой, тут еще грязь какая-то прилипшая. Видимо, ее смотрели. Так, такая вот. А сейчас уже другая совсем коробочка стала. У меня от моей старой, у них другая. Не отсюда, что ли, я ее открываю? Вот отсюда. Вот. Тут такая штучка. Здесь. Ну, вот так. Так, здесь у нас с вами. С вами. По-моему, 24 цвета, кстати. А, нет, написано. А, вот, да. 24 цвета. И здесь написано звездочками. Нет, подождите. Все что-то по 3 звезды. 3, здесь 2. Ну ладно. Так, здесь такая штучка. Проверено ОТК. Вот. Такая вот здесь штучка. Это чтобы здесь цвета как раз нарисовать и подписать каждый какого там цвета. И посередине. Такая, кстати, бумага, на которой я все время рисую. Вот. Ну и, конечно, акварель. Давайте ее посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24. Все цвета на месте. Вот они, в принципе. Ну вот тут, кстати, вот написано «Белые ночи». Видно. Такая вот. Уже другая немножечко стала. Вот, ну я купила ее, у меня как бы есть. А
акварель. Ее я купила, потому что свою я уже акварель распаковала. То есть моей акварели уже более 10 лет, и я просто не знала, какие цвета. То есть я, как сказать, обертку не оставила. То есть у меня какой-то желтый цвет закончился, но я не знала. То есть она там лимонная там какая-то желтая или желтая другая. То есть с этим сложно. Я просто вот эти вот акварели купила, чтобы потом дополнить свою коллекцию. И заодно, поскольку она была со скидкой, дешево, я решила взять вместе с коробочкой, потому что коробочка в любом случае всегда пригодится. Но, смотрите, она уже стала другая. Я все-таки надеялась, что вот эти вот ряды, они все-таки снимаются, потому что, ну, не знаю, может, так и удобно, может, я привыкну. Вот, их можно все сдвинуть. Ой, господи, блин, выскочили. Все повыскакивали. Так, какой тут цвет? Все равно буду переменивать. Вот так вот. Вот они, да, их можно сдвинуть. Вот так вот. Вот. Сдвинуть, и тут, допустим, какие-то купить еще цвета и просто их доложить. Вот. Вот эту вот можно штуку даже снять по счету, по большому счету. Вот, она не нужна. Я ее не пользуюсь никогда. Раз. Потом. Ну, как-то, блин, поменялась упаковка, честно говоря, я привыкла больше к своей. Вот. Ну, держать ее тоже так удобно. Такая вот палитрка. Акварелька, вернее. Вот такой у нас с вами был обзор.